Друзья, доброго времени суток, добро пожаловать на канал Завода, меня зовут Дима, и мы продолжаем проходить с вами Киберпанк 2077. Итак, игра закончилась, и теперь я хочу пройти задание «Уличное правосудие», и у меня такая чуйка, что она будет очень интересна. Так, нам нужно позвонить в Акака. Ну что, решил, берешь заказ или нет? Беру. Отлично. Клиент будет ждать тебя на машине на углу 6 и Брэндон-стрит. Поедете с ним вместе. Он хочет своими глазами увидеть, как ты завалишь этого типа. Удачи там. Так, нам нужно завалить какого-то типа. Так, куда нам надо? О. Все рядышком находится. Замечательно. Значит, быстро перемещаемся. Так. Прыг, скок. Так, 70 метров. Добежим пешком. Так, а ты кто у нас? Эй, есть задание. У моего клиента сперли до хрена бета-кислоты. Не спрашивай, что такое бета-кислота, я в душе не ем. Но стоит она как самолет, и наш клиент хочет ее вернуть. Собственно, ты ему в этом и поможешь. Вся инфа прилагается. Так, давай с этим мы потом разберемся. А сейчас нужно подождать. Кажется, я первый. Ладно, подожду. А вот он, наверное, стоит. Так, ты у нас кто? Билл Яблонски. Здорово. Билл Яблонски? Я... А когда тебе все объяснила? Знаю только, что мне надо кого-то убить. Не просто кого-то, а ебаного Джошуа Стивенсона. Остальное расскажу в машине. Садись за руль. Так, за руль. Блин, чё за тачка, а? Нормально, нормально, сейчас прокатимся. Угу, и? Его будут везти по этой улице. Подождем, пока они появятся, и поедем за ними. Хочу увидеть, как этот ублюдок наконец отбросит копыта. О, почему? Чтобы чувствовал страх перед смертью. Так, не понял, это что, это стрельба будет на дороге? Так, план, мне кажется, сыроват, да. План какой-то сырой. Мне он не нравится. В смысле? Поясни. Во-первых, для такого дела нам публика ни к чему. Во-вторых, они могут уйти. Ты не понимаешь. Я все деньги на это отдал. Вон они, газуй! Так, я не пойму, это что, это полицейская тачка? Ой, уже вечер сразу. Нормально. Так. Газуем. Ух ты, ёпана в рот. Блядь, что тут происходит? Тихо. Едем. Мы догоним обязательно. Как трафик сразу увеличился, блядь. Да отъебись ты, блин. Сколько машин-то тут. Так, догоняем. Ты стрелять будешь или не? Или нам нужно просто следовать за машиной? Да. Будем просто следовать, значит. Так, поворот. Не упусти его! Да ты не ори под руку. Так, тут перекрыто. Чё? Ух ты, как, блядь, сразу день. Нихуя себе, вот это киберпанки, блядь. Я уже боюсь перекрестки переезжать. Так, догоняем. Твою мать! Торможу. Блядь, стоп!
я сказал! Да все, я стою, блядь, че орешь? Ну все, пошли. Выходим? Так, кто там? Держись так, стоп. Ко мне поближе, я сам разнесу его на куски. Топ, там же коп. Я убью его. Убью нахуй эту суку. Так, чё-то я не пойму, ты копа хочешь убить? Полиция! Что происходит? Остановитесь! Лейтенант Фаскес, полиция! Остановитесь! Ты защищаешь убийцу! Брось пушку, стреляю! Ох, блядь! Стойте! Нет, стойте! Не стреляйте! Они хотят тебя убить! Их можно понять. Застрелишь парня, сделки не будет. Фаскес, стреляй! Ага. Давайте все друг друга перебьем. Так, ты мне нужно поговорить с Джошуа. Твою мать, и что с ним? Так, а что у тебя упало? Тут скоро будет толпа журналистов. О, шапочка с ушками. Заберем. Полиция! Никому не двигаться! Убирай сюда свой ебучий грузовик! Так, мне с тобой поговорить надо. Я хочу взять его с собой. Что? Ольга. У нас серьезно? Проблема. Хочешь взять меня кое с собой? Не... Ты мне нужен. Ты совсем башней поехал? Зачем я тебе нужен, чувак? Слово, я звоню в студию. У меня неудачная попытка покушения. Не заставляй меня рушить твою карьеру. А, один труп. Никто. Бил его. Я обещаю, никто тебя и пальцем не посмеет тронуть. Скажем, я нанимаю тебя. Спасибо, выручил. Только без патрульных машин и без радио. Надо заметить. Ты серьезно, что ли? Как тебя зовут? Это просто какой-то пиздец. Ну, Вит. Я Джош Стивенсон. Брось оружие. Но ты, наверное, это уже знаешь. Надо было послушать. И ничего бы не было. А как звали твоего... Уезжаем. Товарища. Ребята из участка дальше разберутся. Билл Яблонский. Припоминаешь? Да. К сожалению. Научи нас так счислять дни наши, чтобы обрести сердце мудрое. Это что такое? Ты Ви? Я про тебя слышал. А вот я про тебя нет. Мы не можем его взять, это исключено! Он слишком опасен! Я хочу предложить ему работу. Господи Иисусе! Аллилуйя! Началось хоть что-то интересное. Сейчас еще бы попкорна, и было бы вообще заебись. Может, скажешь, чего тебе от меня надо? Я соглашусь с Рэйчел. Надо уезжать отсюда. Поехали с нами. Ответы на вопросы ты получишь по дороге. Я против, парень. Хорошо, но тебя никто не спрашивает. Слушай, не знаю, что он там хочет тебе предложить, но если ты с ним не поедешь, я с тобой вообще разговаривать перестану. Мне тоже кажется глупо отказываться. Так, с какой стороны мне сесть? С этой. Ладно, допустим. Едем. Живее, мы опаздываем. Скажи, было в твоей жизни что-то такое, что полностью изменило тебя и твой взгляд на мир? О, да. Было. Можно и так сказать. Да. Тогда ты должен понять, чего я пытаюсь добиться. 20 лет назад меня посадили за вооруженное нападение. Были и другие грехи. Я застрелил нескольких человек. Тогда это для меня ничего не значило. Но в тюрьме времени навалом. Начинаешь о многом задумываться. И я решил исправить все ошибки, которые совершил. Бля, чувак, ты чё, я не пойму, хочешь изменить совершение убийства? Людей, которых ты убил, уже не вернешь. Исправить можно опечатки. А убийство — это убийство. Можно покаяться перед семьями. Можно помочь другим свернуть с пути тьмы. Скажи, наконец, чего ты от меня хочешь? Останься до конца дня, и я заплачу, сколько тебе обещали за мое убийство. Прости, разве у тебя есть бабло? У меня нет. У студии есть. Она и заплатит. Если что, мой контракт все еще в силе. Кто помешает мне его выполнить? Я. Если рыпнешься, ты труп. Не надо сердить Васкиса. Твой фиксер получит все, что должен. Я об этом позабочусь. Интересно, как? Поверь мне. Все будут довольны. Обещаю. Блять, я не пойму, ты чё за хер такой с бугра, блять?
Только до конца этого дня? До конца этого дня. Если что-то пойдет не так, я уйду. Тебя не будут удерживать. Скоро будем у Глории Ляхмар. Подожди, мне надо приготовиться. Ты что, молишься, что ли? Что это вообще за поездка? Что это за задание? Что происходит вообще, блядь? Я не понимаю. Так, можно пропустить поездку. Давайте пропустим. Васкис, последи там за ними. Я лучше посижу в машине. Постарайся быстро. У нас плотный график. Ух ты, как мы телепортировались. Так, выходим. Так, следовать за Джошуа. Бля, серьезно, полицейский. Че, куда идем? В домик? Че за трущобы? Это гетто какое-то? Обана. Зулейха, ты опоздал? Я нашел по дороге попутчика. Это кто-то со студии? Помнишь, что ты мне писала в последнем письме? Так вот, он как раз из таких людей. Ви, это Зулейха. Ви, очень приятно. А, вы друг Джошуа? Скорее, новый знакомый. Мама еще не вернулась. Можем поговорить, пока ждем. Заходите. Вперед! Я подожду снаружи. Похоже, не всем тут нравится ждать у моря погоды. Уебывай! Блять, какой ты грубый, а? Ай-яй-яй-яй-яй! Вот ты стой. Так, где вы? Куда вы убежали? Садитесь, вот они. Пожалуйста. Так, садиться. Садимся. Пить хотите? Хочу, дай мне сесть. Мне, пожалуйста, воды. А, можно воды. А, конечно. Да, невидимой воды. Спасибо. Это так на меня смотришь? Это задумал. Ага. Во имя Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Зулейха — сестра человека, которого я убил. Она часто писала мне, пока я сидел в тюрьме. Так мы и стали друзьями, благодаря прощению. Чё-чё-чё-чё-чё, я не пойму. Так, можно выпить водички. И начать речь. То есть вы взяли и простили все грехи убийцы своего брата? Не судите, да не судимы будете. Не осуждайте и не будете осуждены. Прощайте и прощены будете. Милосердие Бога не знает границ. Не должна знать их и наша любовь к ближнему. Короче, это глубоко верующие люди. Найдите истинно верующих, раз-два и обчелся. Само провидение привело вас в мой дом. Мы встретились благодаря ему. Скажи мне, Ви, ты веришь в Бога? О, лампочки, что ли? Так, нет, я не верю в Бога. Нет, не верю. Мы с Зулейхой недавно поспорили, и я подумал, что ты можешь нас рассудить. Нет, нет, вообще-то я на это не соглашалась. Я слушаю. Джошуа, он считает, что он мессия и хочет покончить с собой. Подожди, неправда. Я никогда не говорил, что я мессия. Самоубийство. Разве Бог может требовать этого? Это не самоубийство. Джош, объясни, о чем вообще речь. Когда журналисты узнали, что в тюрьме я обрел Бога,
Моя фотография появилась на всех первых страницах. Вирт-студия подхватила эту тему. Их представители предложили мне контракт. Кровопийцы. Меня ждал электрический стул. Но теперь моя смерть станет чем-то большим, чем законное убийство. Они хотят снять, как Джошуа распинают на кресте. Та же самая разбита, с налетом таинства. Чё, блять? Вот это настоящее безумие. Нет, это намного хуже безумия. Это богохульство. Зулейха наставила меня на путь истины. Настало время вернуть долг. Я хочу доказать, что любовь существует. Таким образом, чтобы это поняли все заблудшие души на нашей грешной земле. Любовь? Если есть безусловная любовь, значит, есть и Бог. И миру пришла пора, наконец, вспомнить о нем. Подумай о миллионах людей, подключенных к телевизионным кормушкам. О детях, которые живут среди банд. Разве они знают любовь? Шлюхи на Чпок-стрит, обколовшиеся корпораты в офисах, бандиты на улицах. Они знают любовь? Я хочу достучаться до всех и каждого. Вот так вот, блядь. Молодец. И даже до наемных убийц. Таких, как ты, Ви. Но, аккуратно. Знаешь ли ты, что такое любовь? Ответь. Знаю, братан, знаю. О, мама вернулась. Это мама пришла. Джошуа Стивенсон, снова ты. А это кто? Меня зовут Ви. Уходите, вас сюда не звали. Миссис Эль-Ахмар, я приехал просить у вас прощения. Ты убил моего сына. Я никогда тебе этого не прощу. Я искренне жалею, что причинил вам боль. Вон из моего дома! Быстро! Да уйди же ты! Так, я думаю, нам стоит уже уйти. Нам лучше уйти, серьезно. Миссис Эль-Ахмар, пожалуйста! Убийца! Пошли, чувачок, пошли. Пошли отсюда. Ты забрал у меня Рубена. Мое дитя. Ты Рубена забрал. Сына. Пошли отсюда, я тебе говорю. Че ты стоишь, алло? Давай вернемся в машину. Вот. Телек большой. Ну че ты, полисмен? Не соскучился? Пошли в тачку. Ты здоровый, однако. Ну хорош там Ваське сидеть. Давай, закрывай телефон. Поехали. Че, куда едем? Че молчим? Мент родился. Так, мы тронулись. А куда мы тронулись? Куда мы едем? Я просто хотел поговорить с Глорией, объяснить ей все. Мне казалось, она найдет в себе силы меня простить. Надо где-нибудь перекусить. Ее можно понять. Я бы тоже не простил убийцу своего сына. Стивенсон, мы все знали, чем это кончится. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся. Ты что, на самом деле этого хочешь? Чтобы тебя прибили к кресту? Хочу. Я должен это сделать. Если это не потрясет мир до самых основ, то он уже никогда не проснется от кошмара. Так, пропускаем поездку. Возьми Стивенсона и найдите нам столик. Хочу поболтать с нашим попутчиком. Ты со мной побазарить хочешь? О чем интересно? Погоди секунду, нам надо поговорить. Ну, что думаешь про нашего восходящую звезду брейнданса?
Ну, он дурачок. Однозначно. Он очень глубоко верующий. Он глубоко верующий. Мне кажется, он истинно верующий человек. Истинно ебанутый, ты хотел сказать. Но я не об этом. Если он псих, зачем ты тогда с ним носишься? Есть в Стивенсоне то, что в наше время редко встречается, а потому высоко ценится. Штука такая есть. Искренность. Он настоящий, понимаешь? У него вместо мозга уже собачье дерьмо. Зато он искренне верит в то, что говорит. Мне почему-то кажется, он не такой безумный, как ты говоришь. Ну, слушай, ты же не психиатр, и я не психиатр. Нам за другое платят. Для моей студии Джошуа Стивенсон это настоящая золотая жила. А как, прости, это касается меня? Ты пудришь ему мозги, задаешь неудобные вопросы, понимаешь? Из-за тебя он начинает сомневаться, а я рискую потерять инвестиции. Поэтому я заплачу тебе вдвое больше, чем он обещал, а ты просто уйдешь. Не соглашайся, Ви. Да вот я тоже думаю, что, блядь, я очень зрелищный контент пропускаю. Нет? Думаю, что нет. Мне кажется, ты просто не понял, что я тебе предлагаю. Все, я уже прекрасно понял. Давай, пошли. Неплохо для средненького наемника. Опа, ебать, сквозь дверку, как она проходит. Так, что ты говоришь? Интересно, как все это кончится. Да, интересно, Болью очень интересно. Более большими деньгами. Как еще? Пойди угадай, кто святой, кто сумасшедший. Может, и разницы-то никакой нет. Но мне тоже интересно. Один раз он уже удивил. Так, все, ты исчез. Пойдем похаваем, значит. Бать, мы модные, на полицейской тачке ездим. Так, вон она, эта забегаловка. Так, Рэйчел, я за тобой. Слежу. А ты за мной слежишь? О, куда ты исчезла? Про Иисуса мне можешь не рассказывать. Если вдруг захочешь свалить, я тебя просто пристрелю, как собаку. Тебе платят не за то, чтобы ты болтал, Васкис. Какой Васкис упертый мужик. Даже для копа. Он раб привычек. Как и многие другие. Расскажите мне еще про этот брейнданс. В чем там задумка? Мы решили назвать его максимально просто. Страсть. Это будет вирт нового поколения. В смысле? Стивенсона отпустили ненадолго. Поэтому непосредственно с ним мы будем снимать только финал. Все остальные сцены доделаем дублерами и заполним материалами из банка эмоций. От Стивенсона не отличишь. До чего техника дошла? А то, мы же часть IBM. Знаешь, сколько они вкладывают в технологии? Еще пара лет, и актеры будут не нужны. Наконец-то. Зачем вам Джош? Он как будто вообще не нужен. Муки сына человеческого. Пока что не получается имитировать нулями и единицами. А сценаристы как-то учитывали твое мнение? Он заставил их взять за основу Евангелие от Луки. Они сначала ориентировались на Евангелие от Иоанна. Это, наверное, было важно для... ну... У Иоанна все слишком грубо и преувеличено. Мне больше нравится, как пишет Лука. Тем более, у него Иисус готов к тому, что его ждет. Я хочу, чтобы мир это увидел и почувствовал. И что самое главное в этом видении? Что Христос милосерден и по-прежнему умирает за грехи этого мира. Все, хватит болтать. Не отвлекай Стивенсона. Ему надо сосредоточиться. Отъебись, а. Мы с Джошем важные вещи обсуждаем. Чего? Что ты несешь? Ты хоть понимаешь масштабы? Он завтра снимается в брейне своей жизни. Человеку надо собраться, настроиться на работу и отыграть свою роль на отлично. Как ты понимаешь, второго дубля не будет. Джош, я бы хотел отдохнуть. Очень хорошо. Твоя работа закончена, можешь идти.
Деньги свои ты получишь, не беспокойся. Пока, Ви. Че, все что ли? Алло, я хотел посмотреть на это. Но ёлы-палы. Ты прекрасный собеседник. Что думаешь обо всем этом? Да что тут думать? Парень ёбнутый на всю башку. А корпораты на нем паразитируют. Неужели, если честно? Мы, конечно, можем сейчас пофилософствовать, но что это изменит? Корпорации не перестанут наживаться на таких блаженных, а люди — мечтать о несбыточном. Погоди-ка, а куда делся твой мятежный дух, Джонни? Да при чем тут я? Настоящий мятежный дух в этом парне. Определись уже. Он, по-твоему, псих или мессия? Он ебанутый. Мир ебанутый. Ты тоже ебанутый. Потому что в твоей голове сижу ебанутый я. Если хочешь спасать человечество, в первую очередь надо быть ебанутым. Ебанутый ты, ебанутый я, ебанутая та наша дружная компания. Как думаешь, Бог есть? Блять, что за вопрос? Ты серьезно? Конечно, это же важно. Что именно? Я понимаю, не каждый день восстаешь из мертвых. Но неужели это сподвигло тебя задуматься о спасении моей души? Но ты же признаешь, что я умер и воскрес. И что же это было? Чудо? Кто ты у нас теперь? Мессия? Феникс? Или человекоподобный боевой робот? Я не в курсе, что это было. И ты, кстати, тоже. Я-то как раз в курсе. Тебя воскресила крутая технология одной корпы. Если среди нас и есть мессия, я тебе скажу, кто это. Сабуро Арасака. Если бы ты его встретил, хлопнул бы на месте. Видишь, насколько мы с тобой отличаемся. Ты падаешь перед богами на колени, а я вгоняю им пулю между глаз. Странный был день, да? Даже немного жаль возвращаться к реальности. Пошли, пора что-нибудь разъебать. Итак, в общем, продолжаем серию заданий с Мессией. И нам позвонила Рэйчел, попросила приехать и помочь с брейкдансом. Рэйчел тебя ждет, если что. Куда мне идти? Прямо по улице, до здания, у которого стоит полицейский. Спасибо. Так, здесь, да? Вот все. Так, идем, значит, и сейчас посмотрим, что там будет. Надеюсь, мы увидим, как будут снимать этот брейкданс с распятием. Ха. Я думала, что ты будешь выглядеть профессионально. Так куда еще профессиональней? Ну ладно, заходи. Спасибо. Не волнуйся, Оля, мы все решим. Обязательно. О, начнем Оля. Начнем вовремя. Я позвонила кому надо. Здорово. Наконец-то. Мы опаздываем. Стивенсон про тебя целый день спрашивает. Сходи, поговори с ним. Он в примерочной. Стивенсон, где ты? Вот он ты. Здорово. Ну чё ты? Не передумал еще? Ты хотел меня видеть? Я хочу, чтобы ты был со мной, когда я буду умирать. Тут нет никого из моих знакомых. Ни друзей, ни родных. Все еще хочешь записать этот брейн-данс? Больше, чем когда-либо. Угу. Угу. У нас мало времени. Да я понимаю. Я знаю, ты хочешь как лучше, но чтобы делать добро, надо жить. А так, ты пожертвуешь собой и ничего не добьешься. Уже поздно. Обратной дороги нет. Мне очень страшно. Ты помолишься со мной? Выбери любую молитву. Да, конечно. Хоть я и не верю в Бога, но в знак уважения
Давайте помолимся. Отче наш, иже на небесех. Иже иси на небесех. Да светится имя Твое. Да светится имя Твое. Да приедет Царствие Твое. Да приедет Царствие Твое. Да будет воля Твоя. Да будет яко воля на небеси Твоя, и на земле. Яко на небеси и на земле. Хлеб наш насущный хлеб дашь наш нам днесь. Хлеб наш насущный дашь нам днесь. И остави нам долги наши. И остави нам долги наши. Яко же и мы оставляем яко должником нашим. Яко же и мы нашим. Оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение. И не введи нас во искушение. Но избави нас, но от, избави лукавого. Нас от лукавого. Аминь. Аминь. Пора начинать. Идем. Надеюсь, Зулейха молится сейчас за меня. Ты останешься со мной? До конца. Я хочу, чтобы именно ты прибил меня к кресту. Ну, блин, прибивать тебя. Не, давай я просто посмотрю. Нет, нет, ты что, совсем? Тогда просто будь со мной рядом. Хорошо. А это запросто, это я посмотрю. Хорошо. Начинаем. Так, куда идем? О, тут уже съемка полная. И мне место даже есть. Здесь на стул. Ну, я хочу сесть, вот. Ох, ёпаресоте, блядь. Отче, прости им, ибо не знают, что делают. Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю. Так, ну и что, это долго еще снимать будут? Может, мне встать надо? Нет. Отче, отче, в руки твои предаю дух мой. Ну все. Он умер. Это был мой самый трудный проект, но я справилась. Что теперь? Пойду домой. Дня два буду просто спать. Насчет денег потом с тобой свяжусь. Лучше не выпускайте этот вирт. Такое нельзя показывать. Ну, это уж не от тебя зависит и не от меня. Я позвоню. Ну вот и закончилось задание страсти. На такой грустной ноте.